Закончили гидроизоляцию, как раз дождь пошел. Вот сейчас утепляем. Утепляем пеноплекс там. Пеноплекс. Так, ребята, смотрите, вот у нас что произошло с фундаментом. Пошли дожди у нас осенние. Тут уже 2 недели идут. Кругом вода. Разрушение, видите, вот откос котлована. Если мы даже его вот копали под откос, все равно, видите, сколько вот рушится и падает. А если мы, например, не брали бы это расстояние, то у нас все в плиту бы уходило в процессе работы. Ладно, хоть мы сейчас успели это все сделать. Нормально, хоть пускай рушится сейчас. Вот, смотрите, сколько воды сейчас стоит здесь. Это надо все будет выкачивать дренажным насосом. Проклеили гидроизоляцию, 2 слоя. Первый слой полностью по горизонтальному и вертикальному основанию, а второй уже вот подкладку, только вот 15 сантиметров там подкладку. Я думаю, сюда не стоит 2 слоя клеить, а здесь уже идет 2 слоя горизонтальное. Клеили технониколь ТПП, ткань пленка. Так, видите, сколько воды набралось. Утепление 5 сантиметров пеноплекс. Видите, как разрушилось из-за дождей. Ну что, качаем воду. Видите, вот угол как разрушился здесь, поэтому надо котлован копать. Вот мы тут как копали от края фундамента котлован, я высчитывал 1,20 м с расчетом пополам разделить, если вот под уклоном 60 сантиметров от нижнего, 60 сантиметров от нижнего, и получается вот как бы искос. Хотелось бы так сделать, но у нас более-менее получилось. Все равно, видите, вот из-за того, что неровный искос, все рушится. И грунт такой, в принципе, из-за этого тоже. Ну что тут сказать. 22 рулона технониколи ушло на утепление сюда. Рулон, когда стоит 1170 рублей. Пеноплекс, лист 163 рубля. Ну, сюда ушло. Так, пеноплекса 20 пачек, 5,5 кубов, это где-то на 20 тысяч рублей. Блин, дождик, что ты делаешь с нами? Смотрите, сколько воды разрушилось, видите? Но это еще можно, конечно, убрать. Вот если бы мы качаем воду, вот видите, у нас как вот такая чистая вода, дренажка. Продаем воду артезианскую. Сколько сантиметров? 15, 10 сантиметров есть? Да? Вот, 10 сантиметров.
мы наконец-то сделали обратную засыпку. Участок выровняли более-менее, потому что уклон большой здесь. Закончили этап фундамента. Так.